Меня зовут Данил Гаврилов, я полярный капитан, командор компании «Русарк», 10 лет в высоких широтах. Это вторая икона. Первую икону мы доставляли с Афона. Была отдельная миссия у нас по заданию губернатора Псковской области, Ведерникова Михаила Юрьевича, и с благословения отца Тихона, настоятеля Псково-Печорской лавры, отправить привет в Антарктиду в честь 200-летия открытия российскими моряками континента. Отец Палладий – это батюшка, который на самом деле примирил меня с церковью. Мы 4 года назад с супругой венчались на станции Белисгаузен в этом храме. Я хотел венчаться, это дело богоугодное. И перед этим мы должны были пройти причастие. И мы с отцом Палладием разговаривали 4 часа. Думайте, 4 часа мы с ним разговаривали о том, почему вроде бы не было никаких сложностей, мы люди все крещенные, но он объяснил мне, что надо примириться с миром, принять все его изъяны, какие они есть, и просто наполнить себя любовью. Отец Палладий. Я с дарами. Доброго здравия. Рад тебя видеть. Спасибо. Рубите. Рад возвращаться в этот храм. Из Пскова нынче подарки. Вот такая замечательная книга. «Не святые, святые». Прочитал ее в дороге. Спасибо большое. Я тоже с большим удовольствием читал в свое время. Да? Да, да. На одном дыхании. Сильная книга. Сейчас оформлено очень хорошо. И икона из Псково-Печорской лавры. По инициативе губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича и с благословения митрополита Тихона, настоятеля Псково-Печорской лавры, святой Васа Иона. Огромное спасибо. Она пересекла с нами Атлантику и морем попала в Антарктиду. В вере есть место везде. Мы все моряки, мы молимся на корабле, несмотря на то, что мы профессионалы и знаем свое дело, но ты всегда в самую штормовую погоду, ты знаешь, что ты делаешь, но ты молишься, чтобы не случилось ничего плохого. То же самое и на полярной станции. Люди работают в сложных условиях, там постоянные шторма, постоянный снег, постоянно что-то может сломаться, никакого снабжения нет, ты рассчитываешь только на себя и снабжение только раз в год. Это не все объяснишь логикой. Безусловно, кто-то сверху за нами присматривает. И слава Богу, есть храм, где вот все недуги, все какие-то накопившиеся усталости, они просто расходятся. То море не бывало, тот не молился никогда.